Здравствуйте, видео подготовлено сайтом online.gdz.net, номер 32. Решим задачу. На заводе трудятся рабочие разной квалификации. Рабочий высшего разряда может выполнить заказ за 12 дней, менее опытный рабочий за 20 дней, а рабочий самой низкой квалификации выполнит этот заказ за 30 дней. За сколько дней выполнит этот заказ бригада из трех рабочих разной квалификации? Чтобы решить эту задачу, нужно вспомнить план решения подобной задачи, который дан в номере 28. И будем решать по этому плану. Итак, первое действие. Сначала мы узнаем, какую часть заказа сможет выполнить рабочий высшего разряда за один день. Для этого надо 1, так как весь заказ может выполнить за 12 дней, значит, разделить на 12. Равно 1/12 заказа может выполнить рабочий высшей квалификации за один день. Теперь точно так же узнаем за один день рабочий менее опытный и за один день самой низкой квалификации. Менее опытный надо 1 разделить на 20, так как он весь заказ выполняет за 20 дней. Равно 1/20 всего заказа выполнит рабочий за один день менее опытный. И аналогично, рабочий самой низкой квалификации за один день какую часть заказа выполнит. А это значит 1 разделить на 30, так как весь заказ он выполняет за 30 дней. Это равно 1/30 всего заказа. Это та часть, которую может выполнить рабочий низкой квалификации за один день. А теперь узнаем, какую часть заказа смогут выполнить все три этих рабочих за один день. А это значит, надо 1/12 прибавить 1/20 и прибавить 1/30. Найдем общий знаменатель, наименьший общий знаменатель. Он равен 60. Дополнительный множитель к первой дроби будет 5. Ко второй дроби 3 и к третьей дроби 2. Получаем 5 плюс 3 и плюс 2. Это равно 10/60. Можно сократить на 10 и получаем 1/6 всего заказа могут выполнить три рабочих разной квалификации за один день. А теперь очень легко узнать, за сколько дней у них получится выполнить весь заказ. Это значит 1 разделить на 1/6. Или 1 умножить на 6 равно 6 дней уйдет у бригады из трех рабочих разной квалификации на выполнение данного заказа. Можно записать ответ. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.